Ну давай, старый пердун, покажи киберспортивный класс. Не ссы, покажем. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, капитан Очевидность, чей так зима, Warface, долбанный блиц на Эреме, соло. И есть у меня для вас... Так, отличненький анекдот. Анекдот такой. Изя, как ты мог? Ты же обещал любить меня вечно. Сарочка, я обещал тебя любить вечно, а не непрерывно. Ха, да? Вот так вот, счет открыт. Все гуд идет, ребята, все хорошо. Вы знаете, решил я попробовать читачок, думаю. Наши киберкотлеты решили катать именно с ним. А я-то подумал, а какого хрена? Че в нем особенного? Пошел первым днем, конечно же, на мясорубочку, клешни размять. И должен сказать, он меня пока что удивляет. Да, очень годно. Вот тут сейчас будет. Есть. Та-та-та-дам, рапам-па-пи-па-па-па-бам. Да, киберспорт это все-таки далек, по пистолету вижу. Пошел в жопу. Я проверяю читак, а что я беру помимо читака, это никого не касается. Мы тут не по регламенту играем, все нормально. Да, у меня пистолет Т-9, а что, очень годно, да? Я думаю, что все время идти на подсад, идея очень хреновая. Кап, я думаю, что на подсад я все равно не попал, меня там немножко как бы не ждали, так что все нормально. И идти вне команды на соло РМе даже хуже, чем идти с командой, да. Надо занести это в цитатник. Без команды это хуже, чем идти с командой, да, даже на соло РМе. Бля, пацаны, эта криворучка все-таки попадает. Кэп, чья бы корова мычала, а твоя молчала? Я попадать, знаешь, это как бы... Попадать — это мой профиль. Я еще и не так умею попадать. Правда, когда я иногда увлекаюсь, я попадаю. Да, да. Ну ладно, не будем вдаваться в подробности. В общем, пока что все идет хорошо. Мы нагибаем. Да. Давай, давай. Все по тактике. От угла, пацаны. Все. От дефа. Да, все правильно. Как учил нас Джонни Депп. Все красиво, все сочно. Никаких лишних движений. Все красиво, все сочно. Все очень тактично. Максимально тактично, я бы сказал. Пушка прям муа, сок. Нравится она мне. Вы знаете, вначале, конечно, ну признаюсь, сомневался я. Одолевали меня сомнения. Ну как так? Как тебе эта пушка, кстати, по балансу? Нормальный с ней снайпер? Идеально. Или опять имба? Идеально, вот смотри, не имба, но сильный класс. Во-первых, зум, не фаст-зум, не максимально быстрый, но быстрый. И как только сводится, даже еще, по-моему, не до конца, уже пуля летит в центр. То есть это очень круто, деточка, да. Кроме этого, темп не слишком быстрый, но достаточный. И самое главное, эта пушка ваншотит. Сука, она все ваншотит, деточка, да. Очень успешно, мне реально нравится. Не ваншотов, ну, по-моему, и не было, даже когда я на мясе играл. Может, где-то какой-то 1-2, я даже не замечал, что тут не ваншоты есть, реально. Ну, очень, в основном ваншоты годные, сука, глубокие, на надежные, ну вы понимаете, да? Вы не забывайте. Смотри-ка, реально ваншотит. Вот! А какие у этого читака множители? Ой, каюсь, ребят, не узнавал, какие множители, но я решил просто проверить на практике. Множители множителями, они иногда и хорошие, а на практике что-то как-то не так. Где-то там есть скрытые множители, а есть, видать, очень скрытые множители. Поэтому пушке может быть все хорошо по скрытым множителям, а по нагибу нехорошо. Так что я решил проверить сразу на практике. И вы знаете, годно, ну прям, ну очень удивил меня читак. Удивляет прямо на глазах. Ой-ой-ой-ой-ой, сок, сука, да. Ох ты, бля, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я прикрыт, я прикрыт. Ха-ха-ха-ха, да! Душевно. Headshot, baby, you got owned. Да. С почином, рачина. Благодарю тебя, Нарина. Вон там, вот пирожок мой сладкий. Минус 4 за раунд, да. От Ракутагина, да. На снайпере. Кирпич мне в рот. Вот это поворот. Да, кирпич тебе в сраку. Мы идем в атаку, сука. Да, настроение классное, сука. Та-та-та-та-та. Warface, пожалуйста, живи вечно и развивайся. Я хочу, чтобы тебе был миллион онлайна. Чтобы сочно было, блин. Вообще супер-пупер, классно. Вот бы Warface реально был, миллион онлайна. Разработчиков бы поменяли, Близзарда взяли, еще кого-нибудь. Это очень толстый, конечно, троллинг наш. Не, дело не в разработчиках. Разработчики молодцы. Локализаторы немножко, как бы, иногда, да. А разработчики-то сами что, они просто игру разрабатывают. Хреново, но сука, допизделся. Что-то наши начинают тупить. Так. О, сука! Пердомонокль нагнут. Сука, мне кто-то.
Блин, ну вообще жопа какая-то. Ты чё, в очи долбишься? Стрелять надо было. Молчать надо было, не говори под руку, Кэп. Жопа полная, блин. Во-первых, я не снайпер, не забывай, у меня могут быть косяки по стрельбе. Это первое, чтоб ты знал. А второе, сука, ну бля, надо заканчивать с этими соло-рэм, мы пошли в жопу. Куда вы ходите, пацаны? Ну куда вы пошли нагибаться? Зачем? Чё, плохо было, что ли? Стояли бы на месте, потихоньку, позиционно расстреляли, не знаю, что-нибудь придумали бы. Иду дохнут, блин. Не дохните, пожалуйста, но я же знаю, вы можете играть. В рот компот. Сколько лет уже в игре, пацаны? Ну пора бы научиться, ну элементарные вещи, ну пожалуйста. Астрал, ну куда ты пошел? Не выходи так один. Я за тебя волнуюсь. Да, зря я волнуюсь, тебя уже нагнуло. Так, так, ага. Сука. Да, но... Анально и орально. Есть, вот так, хедшот, малышка, встала шишка. Я тут порядки наведу сейчас. Да ладно. А ну-ка. Все. Ну что, поздравляю, Рокутанин. Действительно, сумел ты все-таки сыграть хорошо с этой пушкой. Пора бы тебе на Open Cup. Да ну в жопу, твой Open Cup, Кэп. И не Open Cup, а Warface Pro. Кстати, Кэп, сам ты старый пердун, а я винтажный газогенератор. Да.